Учебники, тетради, пособия, чтобы стать настоящим летчиком, одного желания мало. Без знания всех тонкостей профессии к самолету никого не допустят. Ежедневные занятия, курсы повышения квалификации. В классах летчики оттачивают свое мастерство. 15 человек на место. Такая конкуренция была при поступлении у курсанта Кирилла Плаксина. Он прошел все задания и испытания. И теперь мечта быть летчиком стала явью. Кирилл налетал 180 часов. Молодому лейтенанту хотелось бы больше времени проводить в небе. Представляете, просто когда поднимаешь машину 124 тонны в небо, и с помощью твоих действий она тебе подчиняется, делает развороты, то есть все от тебя зависит. Ты работаешь с ней, это как бы одно целое, самолет, экипаж, командир. Мы этим очень сильно дорожим. 4.21, взлет разрешаю. От теории к практике как раз здесь применяются все знания, полученные в аудиториях. Гарнизон дальней бомбардировочной авиации «Белая» – один из лучших в стране. Сегодня на аэродроме день полетов. Красивый, скоростной, готовый к полетам Ту-22М3 по натовской классификации «Бэкфайр». Этот самолет – один из самых грозных стратегических бомбардировщиков российской дальней авиации. Через несколько минут он поднимется в небо. Но за штурвалом будет сидеть настоящий летчик. Боевую машину доверяют только профессионалам. Их подготовка обходится стране в миллионы долларов. На авиабазе «Белая» теперь на 16 профи больше. Сегодня тренировки осуществляют новоселы. 4 экипажа Тихоокеанской морской эскадрильи прибыли накануне в поселок Средний для дальнейшего прохождения службы. Теперь дом морских летчиков здесь, на аэродроме авиабазы «Белая». Прибыли летчики не одни, а на своих боевых машинах. Пока решались все вопросы перевода, тяжелее всего приходилось пилотам. 7 месяцев простоя. Для командира стратегического бомбардировщика Александра Ермакова сегодня все как в первый раз. Руки тянулись за штурвал, но нас туда не пускали. Вот. Сидеть в самолете, но не летать, это не то. Когда его поднимаешь, ракетоносец с неба, вот это счастье и удача. Мы испытываем радость испытываем при поднятии такой грозной машины в небо. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота не подведут. Полоса не совсем знакома, метеоусловия тяжелые, дымка из-за лесных пожаров, видимость всего 1,5 километра. Несмотря на это, летчики выполнили летно-тактическое упражнение, взлет-посадка на оценку удовлетворительно, что в авиации считается хорошим результатом. Полет выполнен в соответствии с заданием, штатно каких-либо замечаний или отклонений я лично не видел. Сегодня полеты осуществляли только 4 экипажа. По плану в «Белую» должно перебазироваться всего 9 бортов Тихоокеанской эскадрильи. До Нового года в поселок Средний переедут не только сами пилоты, но и их семьи. Ирина Гапончик, Константин Синицын. Новости сейчас.